И у нас в гостях коллектив «День независимости». Доброе утро, привет. Доброе утро, привет. Лирика и драйв в вашем творчестве сочетаются, так во всяком случае пишут. Правда ли это? Верно ли? Да, мы надеемся, это крупная правда. Сегодня мы показали лирику, покажем ее еще впереди. А в следующий раз мы надеемся где-то показать драйв. А что за история с звукорежем Radiohead, который принимал участие в записи вашего альбома? Да, интригует, честно говоря. Ничего себе. Ну, мы общались с ним по email-адресу. Он делал нам мастеринг, это так называется. Да, и, в общем-то, он одобрил наши композиции и сделал мастеринг нашего альбома. Но не предложил выступить на разогреве в Radiohead где-нибудь, например? Ну, видите, идеологически там, как сказано ниже, не до конца выдержаны. Сказал Том Йорк, был бы в восторге, ребята, от вашей музыки. Но, что за песню вы сыграете нам сегодня? Сыграем песню «Летний вечер», в общем-то, то есть это уже... Она прекрасно подходит к мартовскому утру, мне так кажется. Зимнему такому морозному, но мы же все уже мечтаем о лете, правда? Да, еще у нас сегодня будет песня «Сакура в цвету». Русский вариант из «Вишня в цвету» и «Яблоки на снегу». Трансформировались вот так вот к началу 21 века в «Сакуру в цвету». Ну что ж, друзья, группа «День независимости» у нас в гостях в утре на Live78 в прямом эфире. Встречайте! На другом берегу ты стояла у парапета, жаркий день, и ты почти раздета. Возможно, лишь летний вечер тебе полечу навстречу. Солнцем ты согретая, будем до утра мы гулять. Летают вокруг машины, с тобой и в небе дельфины. И встретимся с тобой мы опять. Увидел тебя я в желтом такси. Погони за солнцем. Возможно, лишь летний вечер тебя полечу навстречу. Солнцем ты согретая, будем до утра мы гулять. Летают вокруг машины, с тобой в небе дельфины. Но поедем с тобой мы вокруг машины, с тобой и мне.